Сегодня в Уфа-арене стартовал Кубок Континента по слэдж-хоккею, который проходит в рамках недели звезд хоккея 2017. В представительном международном соревновании по паралимпийскому виду спорта принимают участие ведущие команды из России, Италии, Чехии и Китая. Столь престижный турнир проводится в Уфе не случайно, ведь уже много лет наша республика является ведущим регионом России по развитию паралимпийских видов спорта. Я думаю, что это как благодарность, наверное, республике за то, что мы один из первых регионов начали развивать именно адаптивный спорт в республике. Все участники соревнований были в восторге от организации турнира и с удовольствием делились своими впечатлениями. Уфе им все очень нравится, но вот морозная погода немного поразила гостей из дальнего зарубежья. Уфа очень красивый. Я очень люблю Уфа. Уфа очень красивый город, и мне здесь очень нравится, но немного холодно. На торжественной церемонии открытия участники с нескрываемой радостью восприняли слова вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского о том, что турнир станет традиционным и в последующем также будет входить в программу «Недели звезд хоккея». Мы планируем включить этот турнир на постоянной основе в заявку следующих городов-кандидатов. И действительно, вот 20 числа у нас будет заявка на следующий год по неделе. Мы это так и называем уже не матч звезд, а неделя звезд хоккея. Уже в первый день турнира на трибуны пришло большое количество болельщиков, которые не отдавали предпочтение какой-либо из команд, а просто наслаждались классным хоккеем. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».